Элли стала глазами Светланы Мунс еще 9 лет назад. Хозяйка шутит, что лабрадору давно пора на пенсию, но своим преданным служением четвероногая помощница доказывает обратное. Прогуляться во дворе, добраться до остановки, библиотеки или поликлиники, обойдя все препятствия, перейти дорогу, во всем Светлане помогает Элли. Поводырь аккуратно и до дома доведет, и даже переодеться поможет. Дома она мне тапочки подает, всегда домой прихожу, но я только захожу, она уже побежала мне тапочки искать. Опять же, за вознаграждением. Иногда даже вот сама специально спрячет тряпку, тапочку и сидит, ждет. Или где тапки мои? Тапочки, перчатки, заколки, ключи и даже трость. Все, что обронит Светлана, собака незамедлительно подает своей хозяйке точно в руки. Валяться больше любит сама Элли, особенно в снегу. Но это только в свободное от работы время. Вообще, срок службы поводырей в среднем составляет до 8 лет. Потерявших навык подопечных, многие владельцы могут отвезти обратно в приют. Но Элли эта участь миновала. Она с первых дней стала частью семьи. Я уж прям до конца буду с ней жить. А многие привозят обратно, берут новых собак, а я не хочу везти. Как-то я уже к ней привыкла. Таких незаменимых помощников воспитывают в российской школе подготовки собак-проводников. Четвероногие проходят специальную подготовку, а затем выпускники 2 недели проводят со своими будущими хозяевами. Там они знакомятся и привыкают друг к другу, ведь впереди длинный жизненный путь, который они пройдут уже вместе. Вообще дрессируют собак заводчики, они в основном все слепые и слабовидящие. Да, и вот подбирают собак к инвалиду, учитывая особенности как человека, так и собачки. Разные норов у собачек, какие-то очень активные, какие-то флегматики, холерики. Точно так же их подбирают и к людям, чтобы была гармония, чтобы они понимали друг друга. Сейчас в нашем регионе на службе всего лишь 4 собаки-проводника, из них 2 живут у тюменцев. Светлана в числе счастливчиков. В этом году возможность завести себе лохматого товарища появится еще у 3 наших земляков. Благодаря четвероногим помощникам в скором времени кто-то обретет глаза самым добрым, честным и преданным взглядом.